Футболисты Новосибирска вновь сыграли в ничью уже в четвертом матче подряд. На этот раз сибиряки поделили очки с липецким «Металлургом». В первом тайме команды показали равный футбол с обилием борьбы и несколькими хорошими моментами в атаке. Игра продолжилась в похожем ключе и после перерыва. Команды создавали опасные моменты, но заканчивались они либо ударами мимо ворот, либо выручали вратари. В итоге закономерная ничья со счетом 0-0. Новосибирск не может победить вот уже 6 матчей подряд. Но при этом сохраняет за собой второе место в турнирной таблице второй лиги. Ну, для нас любая ничья так, как поражение, если честно, на данный момент, потому что очень серьезная идет борьба вот вверху. Так, в целом, рад за ребят, я говорю, рад, потому что показали в очередной раз характер, показали огромное желание не просто не дать сопернику что-то сделать, а именно самим создавать и стремиться только к одному, чтобы одержать победу в этом матче. Матчем в Липецке наша команда завершила длинную серию из 3 выездных встреч. Следующая игра у Новосибирска дома в Манеже «Заря» против «Краснодара-2» в воскресенье 26 мая.